А кем ты будешь в будущем-то, вот когда вырастешь? Я бизнесмен. Какой бизнес у тебя будет? Ну, я куплю трактора, сенокосилки, КамАЗы. И буду косить сено, а я буду продавать. Ну, мои работники вот косить сено, я буду продавать. Класс. А ты Гройсман выговариваешь? Гройсман. Гройсман. Класс. Расскажи, пожалуйста, Лев Ильич, тебе сколько сейчас? 3, а 2 месяца. Как ты думаешь, сколько мне? 5. И 3 месяца. Спасибо. Ты увлекаешься музыкой?